В Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу «Fair Fight». В его рамках первый профессиональный бой провел 17-летний тюменец Евгений Марков. Оппонентом стал куда более опытный Максим Фризюк, что не помешало Маркову добиться победы единогласным решением судей. Волнение небольшое было, но это всего лишь возраст, всего лишь это цифра. Поэтому я себя переборол и вышел, сделал свою работу. Это работа, моя работа. Сомнений никаких не было. В любом случае, мы четко понимаем, оцениваем уровень нашего спортсмена. Мы с ним работаем ежедневно, знаем, как он себя показывает. Уже видели, как он действует на соревнованиях со спарринг-партнерами более серьезными. И поэтому это был осознанный шаг, осознанное решение к этому бою. В январе стартует сезон любительских турниров по смешанным единоборствам. Для Маркова он обещает быть очень насыщенным.